Здоровый образ жизни – это сила. Это красота. Это бодрость. Следить за своим здоровьем совсем не сложно. Возьмите за привычку регулярно измерять свое давление. Нормальное давление – это не выше, чем 140 на 90. Если вы страдаете от повышенного давления, обязательно обратитесь к врачу. Гипертония – частая причина инфарктов и инсультов. От гипертонии особенно часто страдают люди в возрасте. Регулярные физические нагрузки существенно снижают риск развития гипертонии. Лучшая профилактика гипертонии – отказ от вредных привычек. Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Я выбираю здоровый образ жизни. Курить больше не модно. Я не хочу, чтобы мои близкие страдали от моей вредной привычки. Бросить курить мне помог врач. Обратитесь к специалисту. Вам обязательно помогут бросить курить раз и навсегда. Замените вредные привычки полезными. Например, делайте зарядку по утрам. Заниматься физкультурой можно в любом возрасте. Я чувствую себя бодрым и здоровым. Моя норма – 40 минут физической нагрузки даже в выходной день. Моя жена вкусно готовит, но я знаю меру. Держите вес под контролем. Воспитывайте культуру питания с детства. Учите детей питаться правильно. Замените колбасные изделия и консервы на рыбу, птицу и нежирное мясо. Чаще ешьте фрукты и овощи, богатые клетчаткой. И ваш холестерин в норме. Нормальный уровень холестерина не выше 5 ммоль на литр. Включите в рацион больше овощей и рыбы. Ешьте меньше сладкого. Сахарный диабет начинается с повышения уровня глюкозы. Он может начаться незаметно. Не забывайте регулярно измерять свой сахар кровью. Нормальный уровень глюкозы не выше 6 ммоль на литр. Большой живот и лишние килограммы – это не для успешных людей. Определить свой нормальный вес очень просто. Возьмите свой рост в сантиметрах и вычтите из него 100. Колбаса на столе – это вначале большой живот, а затем проблемы с сердцем. Многие заболевания протекают бессимптомно. Выявить их на ранней стадии поможет диспансеризация. Пройти бесплатную диспансеризацию может каждый гражданин старше 21 года, если его возраст делится на 3. В центрах здоровья можно пройти бесплатное обследование. Для этого нужен только полис обязательного медицинского страхования. Это очень удобно. Здесь нет очередей. Образовательные школы в центрах здоровья – это возможность узнать больше о факторах риска многих заболеваний. Быть здоровым – это просто. Достаточно проявить немного заботы о себе. Быть здоровым – значит жить активно. Быть здоровым – значит радовать близких. Быть здоровым – это круто. Быть здоровым – жить счастливо.